вообще, как дела? Все нормально? Давайте сегодня приготовим овощи. Масло. И самое первое нам нужно светлая капуста. 200 грамм светлая капуста. Картофель 100 грамм. Болгарский перец 100 грамм. Соль, паприка, куркума, итальянский крабик, соя соус чуть-чуть. Зира, сметана, чеснок, сыр, черный перец, не забудьте поставить лайк этому выпуску и подписаться на наш канал, если еще не подписаны. А, ну и на колокольчик нажмите. Попробуйте, надеюсь, вам это понравится. Если еще вы не подписали, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Берегите себя. До свидания и намасте.